Представляем вашему вниманию астрологический прогноз с 1 по 7 ноября 2021 года. Овны, на этой неделе вы сможете выгодно проявить ваши деловые качества, что благоприятно отразится на ваших профессиональных успехах. Смелые замыслы предпочтительны обыденности и повторения пройденного. В пятницу перед вами откроются интересные перспективы в личной жизни. Тельцы. Неплохая неделя для того, чтобы проверить чувства нового избранника. В среду будьте аккуратны и терпеливы в делах. Пятница – это день приподнятого настроения, когда радость открывает перед вами новые горизонты. В субботу лучше со всей решимостью избавиться от лишнего хлама и порадовать себя какой-нибудь новинкой. Близнецы. На этой неделе многое придется начинать сначала с чистого листа, но способность мечтать и воплощать свои мечты в жизнь поможет вам справиться с любыми препятствиями и трудностями и быстро достичь желанной цели. Раки. На этой неделе плановые мероприятия могут сорваться. В понедельник вас могут осчастливить своим внезапным появлением друзья. В среду ваши планы могут меняться 100 раз в день в угоду настроению близких людей. Суббота хороша для раздумий и прогулок. Львы, предаваясь в эти дни развлечениям, старайтесь не слишком мешать окружающим, иначе вам наверняка испортят все удовольствие. В начале недели, вероятно, интересная деловая поездка, которая позволит расширить круг вашего общения и даст новые возможности. А в выходные напряжение уйдет, и вы сможете расслабиться. Девы, настал период, когда вы можете с легкостью одним прыжком преодолеть многие препятствия и барьеры. Наступает благоприятное время для налаживания новых связей и контактов. В четверг стоит снизить нагрузку на работе до минимума, а лучше и вовсе отложить все серьезные дела на неделю. Весы. В понедельник не спешите строить жесткие планы и строго следовать им. Этот день благоприятен для того, чтобы спокойно плыть по течению. В среду и четверг дела на работе будут складываться удачно, что позволит вам многое успеть. В пятницу можно рассчитывать на душевный разговор с друзьями. Выходные посвятите дому или себе любимому. Скорпионы. На этой неделе вы будете удачливы как никогда. Даже если кому-нибудь придет в голову помешать вам в ваших начинаниях, ничего не выйдет. Если ваши действия будут сочетать одновременно напор и смелость, тогда в бизнесе можно достичь отличных результатов. Стрельцы. На этой неделе старайтесь больше времени проводить подальше от суеты и массового скопления людей. В понедельник и вторник хорошо бы не перегружать себя делами. На работе желательно учитывать интересы коллег и проявлять инициативу, идя на компромисс. А в выходные прислушайтесь к советам друзей и родственников. Козероги. Желательно спокойно и без суеты заниматься рабочими и домашними делами. Эта неделя, вероятно, станет подходящим временем для разрешения многих проблем, отложенных в долгий ящик. Ваш труд будет замечен и оценен по достоинству. В пятницу есть риск разгласить чужой секрет. Постарайтесь в выходные уделить больше времени своим детям. Водолеи. Неделя окажется яркой, динамичной и весьма продуктивной. Вы будете много общаться, но не спешите записывать в друзья новых знакомых. Вторник и суббота – активные дни, наполненные положительными эмоциями. Рыбы. Даже то, что никогда не было вам нужно, может оказаться важным на этой неделе. Если в ее начале вы сможете грамотно откорректировать свои планы, это приблизит вас к заветной цели и позволит определить отношения с партнерами и оппонентами. Суббота – самый удачный день недели.